топ-3 индикаторов корреляции для бинарных опционов. Существует много методов применения корреляционных зависимостей на валютные пары при торговле бинарными опционами и столько же индикаторов, с помощью которых можно отслеживать корреляции. Что же такое корреляция? Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции. Давайте рассмотрим подробнее, что же такое корреляция, и для этого используем первый, самый удобный и простой индикатор из нашего рейтинга – Overlay Chart. И в качестве примера рассмотрим пары доллар – японская иена, голубые и оранжевые свечи, и евро и японская иена, красные и зеленые свечи. Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской иены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста иены обе пары начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит, и полного совпадения графиков не будет. Если же рассматривать такие пары, как евро-доллар, красные и зеленые свечи, и доллар-японская иена, голубые и оранжевые свечи, то мы обнаружим наличие обратной корреляции, то есть при развитии восходящего тренда в долларе первая пара будет падать, а вторая расти. Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом в числителе. Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару евро-доллар, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней доллар или дешевеет евро. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как евро-японская иена или доллар-японская иена, можно будет путем сравнения евро и доллара с иеной определить реальное направление движения валют. На примере разбора термина корреляции мы использовали индикатор Overlay Chart. Он считается самым удобным и простым, потому что содержит минимум параметров и имеет только необходимые настройки. В настройках можно выбрать сам актив, валютную пару или любой другой актив, настроить цвета свечей, цвет ценовой сетки и по необходимости установить параметр «зеркальный режим». Следующий индикатор корреляции – Coral 8B. Он позволяет следить за большим количеством валютных пар. К минусам индикатора Coral 8B можно отнести то, что анализировать корреляцию можно только с теми инструментами, которые есть в его настройках. К ним относятся все основные валюты и золото. В настройках можно установить период времени для подсчета корреляции, выбрать тип цен и таймфрейм. Валюты на графике можно выбрать и установить только те, которые нужны для анализа при торговле бинарными опционами. Следующий индикатор iCorrelation Table является самым информативным из всех индикаторов корреляции, так как содержит в себе таблицу валютных пар и мини-график, которые позволяют использовать все торговые активы брокера. Настройки индикатора дают возможность поменять визуальную составляющую и скорректировать некоторые параметры. Но основной плюс индикатора в том, что добавлять новые валютные пары для статистики можно на панели индикатора путем выделения и перетаскивания нужного символа влево. Убрать лишний символ можно, выделив его и перетащив вправо. Точно так же можно менять таймфрейм. Если же говорить о самих показателях, то определить корреляцию между активами очень просто. Диапазон варьируется в значениях от минус 1 до 1. Соответственно, чем выше значение у пересекающихся активов, тем сильнее они коррелируют между собой. Как же торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар? Такой вид торговли стоит использовать с долгими экспирациями, начинающимися от 5 свечей и выше. Самое главное, что необходимо увидеть при анализе валютных пар, это их максимальную корреляцию. И когда будет найден такой участок, то можно пробовать покупать опцион call или put в зависимости от валютной пары и движения цены на графике. Напоминаем, что каждый из индикаторов вы можете скачать с нашего сайта по ссылке в описании.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое, интересное и полезное видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!